Все перестали хлопать глазами, прильнули к телевизорам и затаили дыхание. А все это почему? Да потому что сейчас в эфире спецвыпуск программы «12 злобных зрителей». Участники «Фабрики звезд 5» снова решили поупражняться в злословии. И задача сегодня у них не из легких, потому что им придется обсуждать собственные выступления финальных концертов. Причем слово «свободен» они просто обязаны употреблять часто, потому что они, еще раз напоминают, 12 злобных зрителей. Сегодня у нас лучший сольный номер в «Фабрике звезд 5» Натальи Подольской «Поздно». Композиция, которая первая попала на радиостанцию и в ротацию MTV, называется она «По маленькой» в исполнении «Куки». Первое трио, организованное из «Фабрикантов 5», группа «Нецке» «Джокер». Затем первый дуэт «Лерика и Мигель» с песней «Одинокая». И под конец выступления Руслана Мачукова «Аривидерчи, малышка». Трудно придется и звездным защитникам. Их можно назвать вторыми родителями «Фабрикантов». Приветствуйте! Ведущий канала MTV, ведущий «Фабрики звезд 5» Александр Анатольевич. Директор «Фабрики звезд 5» Лина Арифуллина. Им придется не только оценить телеверсии выступающих артистов, но и выбрать лучшего злобного зрителя сегодняшней программы. Вот этот номер я продумывала от начала до конца. Я не верю. Я думаю, это сделано на одном дыхании. Нет, это просто сделано на одном дыхании. Но продумано все. От костюма девушки, солистки. А где она? До всей цветовой палитры этого номера. По энергетике это было немного по-другому. И, ну, вообще, вот телесъемка, она съедает половину энергии. То есть, она съедает половину. Монтажники сделали свое дело, на самом деле была скука. Это абсолютно нет. Наоборот, в зале это было намного красивее. То есть была прям такая энергетика, такая обстановка. Все так красиво, дорого. Вообще шикарное выступление. Наташка классно так спела. Очень красивая песня. Выглядишь, Наташа, просто вообще. Ну, а все-таки покритиковать. Потрясающе. Я не знаю, что покритиковать, потому что надо сказать, смотрится это так классно и звучит. Реально. Было такое ощущение, что возьмем количеством. Там и рояль, и скрипачки, и стрит-джаз, и тяжелый дым, потом еще блестки посыпались. В общем, все. И еще и большая МВД брошка потом. С платьем. Вот. Мне просто интересно было, мне просто сейчас интересно, выглядело бы это так же эффектно, если бы Наташа стояла одна. Wow.
это открытый секс. Вот в один момент, когда начали Наталью поднимать стрит-джаз, мне показалось, что Наташа так держала свое платье. Ну подумаешь, там оно бы... Вот единственный момент, который меня несколько смутил, когда вот она рукой стала придерживать платье. И разрез видела? Вот вся страна ждала, Наташа, вся страна ждала, а ты платье рукой придержала. Платье наконец-таки упало с Натальей Подольской. Вся фишка-то в этом была. Тоже критика. Вот не надо было так. Надо было платье упасть. Подраздел разрезом, надо было и до конца уже разрезать. Надо было платье упасть. Платье, чтобы упало. Открою вам маленький секрет. Это платье одевается на голое тело. Ужасно красиво. Мне так понравилось, я затаила дыхание. В общем, этот номер я объявляю ужасно красивым. Для российской эстрады это безумно. Боже мой, российская эстрада, такой термин, я уже забыла про него. Шумский. Российская эстрада. Сынок, что ты говоришь вообще? Стрит-джаз, по моему мнению, должны были одеться соответствующие в такие же лоскутки. То есть, ну, скажем, вот, не, белый там, зеленый, то есть салатовые какие цвета. Вот единственное, когда ребята поднимались в такой одежде, мне показалось, что это немного, ну, как-то немного не гармонировало. Согласна с Андреем. Потому что немножко выбивались они, и мне было немного некомфортно смотреть то, что они одеты были как-то немного не в стиле. Вот. И насчет монтажа, я считаю, что прежде чем показывать тех людей, кто это смотрит, нужно показать того исполнителя, на которого люди смотрят. Я считаю, что немного неправильный подход к начинанию выступления человека, тем более номинации. Наташа – это один из сильнейших голосов на фабрике. И придраться тут не к чему. А на платье я не думаю, что обращали внимание люди. Если посмотреть в глаза Наташи, можно просто, ну, невозможно оторваться. И вот я замерла тоже, как Руслан, и слушала. Я устал от того, что на фабрике уже последние несколько номинаций, где-то номинации 6, звучат одни грустные песни. Заманал, хоть что-то веселое. Надоело смотреть скучные и грустные песни. Все песни у нас с роялями обязательно. Все песни у нас обязательно с тяжелым дымом. И обязательно с медленными танцами. Мигелюшка, ты не получишь в следующий раз тяжелого дыма. Это точно. Не каждый он раз. Он получит тяжелый ведродуй. Первое обсуждение произошло. Немного, конечно, оно было похоже на басню, где кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Надеемся дальше получить более жесткие высказывания, а пока проголосуем, годен или свободен клип Натальи Подольской. Голосуем! Годен! 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 Наталья Подольская, поздно, 9 человек за, трое воздержались. Это спецвыпуск программы «12 злобных зрителей». Сегодня в студии присутствуют участники «Фабрики звезд 5». Кто-то выбыл из нее уже давно, а кто-то дожил до финала. Вот, например, обратите внимание на Елену Кауфман. Ей удалось первой из фабрикатов снять свой клип. Тем самым она оправдала свое присутствие здесь, в этой передаче. Вот это я загнул. Звездные защитники у нас сегодня директор «Фабрики звезд» Лина Арипулина и ведущий «Фабрики звезд 5», и он же VJ MTV Александр Анатольевич. Мы сейчас будем смотреть, а затем обсуждать клип «Куки» по маленькой. Кстати, этот клип первым попал в ротацию MTV, а песня первой попала в радиоротацию. Забойная. Да, песенка там. Забойная, ничего не скажешь. Да. Запойная, я бы сказал. Я думаю, что Новый год обеспечен. Каждый час в каком-нибудь выступлении. Это то, что называется стопудовый. Все, это уже хорошо. Но условие одно, если бросить пить. Ну что, девчонки?
Вероника очень волновалась за этот номер, потому что это была первая ее сольная песня. Я знаю, как она серьезно подходит к каждому номеру, как она каждую вот деталь, мимику какую-то мельчайшую, она все отрабатывает просто до мелочей. И вот то, что некоторые моменты не показывали, я считаю, что это, конечно, минус операторам идет. А Ленка молодец, она сделала все правильно, все классно. Это просто какой-то кошмар. Это просто какой-то ужас сейчас я увидела. Это для какого фига человек старается, если показывают то, извините, заднюю часть, на которую сидеть какого-то оператора на весь экран, то не, вообще чего-то, я чего-то не поняла. Потому что когда этот номер вообще я делала тогда на сцене, я даже понятия не имела, что это будет так смотреться. Девчата, по маленькой, бум, немного пьяники, быстро нас глазеют мужики. Ну что, девчата, по маленькой, бум, немного пьяники, мы на них набросим поводки. Честно говоря, я бы такую музыку в жизни не слушала. Мне кажется, что, ну, не знаю, ну, по-моему, это как-то, ну что, девчонки, по маленькой, ну, как-то это, не знаю. А дети какими родятся тогда? Да, дети какими родятся тогда. Ну, мне кажется, она, по-моему, перерепетировала. Слишком много репетировала, уже в глазах, по-моему, ей надоела немножко даже эта песня. В глазах не хватало ей немножко расслабиться, вот, больше искренности. Вот, ну, так энергетика, конечно, харизма в любом случае. Кука и по маленькой. Давайте-ка обсудим ее выступление. Я хочу сказать, что вообще а-ля Вера Сердючка и кому за 30 вообще, что касается самой песни. Вот как поставлен клип, вполне я не увидел никаких минусов, то есть для того, чтобы вот с этой песни выйти, и что можно было лучше придумать, и как-то могли по-другому там видеть артисты. Мне не нравится, как одет артист. Нет, как еще у меня замечание, чтобы как бы артистов подбирали, не знаю, может быть, даже по росту, или действительно были какие-то русские народные так костюмы, потому что если это русская национальная, скажем, национальная какая-то продвинутая вещь, продолжение, да, в таком стиле, то это должны быть более яркие костюмы и более, ну, по-моему, как могли бы быть на сцене деревья. Да, вот, кстати, декорации, может быть, добавить там зеленых деревьев, там русский народный флух какой-то, то есть, ну, нет, в смысле, не знаю, что-то а еще можно такое. Можно мне сказать? Да. Ну, при чем тут Верка Сердючка, это вообще да, я другое. Хотела бы добавить насчет Верки Сердючки, Андрей, конкретно тебе, чтобы ты знал, какая разница. А Верка Сердючка – это украинский мужик, который поет хорошие песни. А я русская женщина, которые поют русские песни. Советская эстрада в лице Шумского привела пример Сердючку. Кстати, моего любимого артиста. Видишь, она, а не у них пошел. Он сказал, что она похожа на Сердючку. Мы, кстати, Лена Сергеевна, земляки. Которые, там есть слова, у нас в Сибири принято что-то такое. Единственная проблема это в том, как были одеты артисты на сцене. Потому что как бы они смешались, во-первых, с фабрикантами, которые, я считаю, что не должны, если они участвуют в номере, то должны как-то участвовать в нем полноценными. Так, как бы, в чем одеты, в том и пошли. Эрика Голубева в «Леопарде» и все остальные, в чем попало. Нужно разделять четко песни. Вот эта песня застольная. Я уверена, что полстраны просто балдеет от нее. И пьет под нее. И ничего. Такие песни тоже нужны. Надо же под какие-то песни отдыхать. Я бы это сделала деликатнее, сняла бы, потому что мне кажется, что снято немножко разгульно. То
с камеры помогают тому разгулу, который есть в кадре. И отсюда получилось, ну, немножко такое базарно. Если все это было бы поделикатней, поинтеллигентней, так как кино снято, то есть камера не может тоже пить вместе с ними. Такой задачи не стояло. Я в кавычках имею, да? Она должна как бы фиксировать то, что происходит там. А сейчас вот эти завалы, которые там были, у меня было ощущение, что я на корабле, даже я сама, вот, вы помните, я закачалась. Вот так закончилось обсуждение по маленькой в исполнении Куки. Давайте проголосуем, годно или свободно. Кука по маленькой, 7 человек за, 3 против и 2 воздержались. Ну а теперь посмотрим выступление группы «Нецка». Сегодня здесь присутствуют только 2 участницы этого женского проекта. Это Юлиана Караулова и Аксинья Вержак. Смотрим. Улыбаюсь, привыкла быть одна. Всегда окей, меня забудь. Я Джокер кину на стол. Я рада, что ты ушел. Мне нужны, вернешься, я знаю. Такси, молодец. Ну, мне вообще очень понравилось, как Дашка спела и как Юля. Ну, мне вот чуть-чуть не хватило энергетики. Было, у меня такое ощущение было, я очень внимательно смотрел, что девчонки все-таки думали немножко о танцах. Вот это. Захват владельцев шахты какой-то, знаешь, в конце. Сбунтовались рабочие, захватили владельцев, которые вначале крутились на какую-то фигню. Номер для них, он был сложный. Я видела, сколько они это делали, как они репетировали, сколько они переживали всего этого. Поэтому я считаю, что справились они на ура. Потому что действительно это было сложно для них. Это было круто. Это сразу видно продумка из всего номера. И вообще вот это слияние мне очень понравилось. Мне не нравится то, что уже было. Было Sugar Babes, которые, как Мигель говорит, уже крутились на чем-то. Вот здесь, как называемые эти рабочие, вот вырываешься девушки. Sugar Babes были не у нас, были где-то. Правильно, вот мы делаем новый вариант. Мне постановка очень понравилась. Вот как бы как номер, весь он прекрасно сделан, весь смонтирован. О, я не могу, когда выступает советская эстрада, мне прям просто Шумский для меня, это, понимаешь, это всегда... Я с ним все время спорю в доме. Там, на телефонный звонок или что-то. Он такой пюртый, но с ним прикольно. Во-первых, я хочу сказать то, что за 3 дня такие номера не делаются. Тем более с таким опытом, точнее практически с его отсутствием, как у нас, такие номера за 3 дня не делаются. Потому что здесь довольно тяжелая хореография, и мы очень много занимались. Ну, оправдываться, вот, ребят... Ренат, ты скажи лучше, нет, что тебе не понравилось. Мне не понравились какие-то моменты съемки, мне не понравилось. И действительно, я согласна в том, что мне, по крайней мере, не удалось расслабиться на все 100%, потому что я задумывалась о движениях, я думала о танце, я думала о каблуках. Но опять же, как бы, вот это вот 3 дня, да. Мы обсудили коллектив «Нецке», теперь надо за него проголосовать. Годен он или свободен? Голосуем! Третий клип заработал 9 голосов «за», и 3 человек воздержались. Хочу отдельно представить Мигеля. Он является рекордсменом в ротации MTV. Сейчас мы увидим его дуэт вместе с Лерикой в композиции «Одинокая». Посмотрим, обсудим, покумекаем. Кинжалом горло оленя. Чиркнула языком по губам. Обожгла, обожглась не меньше. В эту ночь я всю себя отдам. Но зарей ты не спросишь, а больше. По телевидению это воспринимается как-то даже больше.
как-то, да, как-то лучше даже, чем вот это вживую все было, потому что телевидение позволяет возвести на крупные планы, показать глаза, чего многие не могут увидеть. Мне кажется, в этом номере очень важны были действительно глаза. Которые вот здесь жесткие. И она не может прогнуться, и у нее корсет здесь. Поэтому ей тяжело прогибаться. Ночь с тобой. Как ты, я тебя ночью измучила, ненасытною похотью раня. Почему я так скоро наскучила? Почему ты присытился рано? Это мой любимый сегодня номер. Мигель с Лерой. Я считаю, такого откровенного номера еще не было на фабрике. Мне это очень понравилось. Я смотрела из зала. Ну, конечно, камера, ну, вот эта съемка, она, конечно, уменьшила всю энергетику. В зале было очень классно, все здорово. И мне понравился образ Мигеля. Неожиданно так вот. Вроде он раб Леры. Это было прикольно. Для раба, мне кажется, его было слишком много, действительно. То есть Лера, она в этой песне должна была, ну, как-то, не знаю, Мигелю надо было как-то немножечко поскромнее вести себя. Я убила бы тебя ласкою, уничтожила откровением. По покорностью удивила бы рабскою, по приказам. В какой-то момент я поймался на мысли, что это песня Леры, а Мигель тот артист, который помогает ей в этой песне. Но в любом случае, как бы Мигель, ну, может быть, из-за того, что мне сейчас сложно, потому что я представляю с другой стороны, я уже знаю его, поэтому оценку клипу я не могу так адекватно дать. Ночь с тобой, лишь твой смех во сеньках отражает, беспокою меня их оттенком. Ты мой бог, за тебя я сражалась, но меньше всего мне нужна твоя жалость. Одинокая, одиночество нас светится моя ночь. Лирики, все было очень тяжело это. Не знаю, она все время так, ну мне не получится, у меня бы не получится вытянуть ножку, у меня ничего не получится. Тысяча ночей заменили одну. Посмотрели дуэтное выступление Лерики Голубевой и Мигеля. Давайте обсудим этот шедевр. А мне не нравится. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Это было так, подожди. Это подожди. Это было так сексуально. Это было так чувственно. Вы так... А я тоже хочу сказать. Мне очень понравилась Лера. Она была безумно красива. У нее был такой хищный взгляд. Это вот реально было очень сексуально. И я считаю, что это вообще один из лучших номеров на фабрике, потому что... И, ну, есть, конечно, у меня вопросы к съемке. Там со светом была какая-то лажа вначале. И со звуком, кстати, тоже. Пауза не запланирована. Но все было очень красиво. Лера такая красавица. Очень Мигель тоже, красиво. Конечно, ничего, ну... Во всем виноваты операторы в сегодняшней программе. Я считаю, что все-таки это номер. Если что, это оператор. Один из лучших, что мы сегодня посмотрели, по крайней мере, сейчас мне кажется, что, по крайней мере, снят он очень красиво. И ребята просто... Вы пара. Но это было очень... по мне так это казалось очень искренне. Мне кажется, что чуть-чуть не доработали, не дотянули ту линию, которую хотели сделать. Потому что задумка-то была одна, а получилось все по-другому. А что хотели? Ну, знаете, такое, вот все начали отмечать то, что вот это там типа гиперсексуально, это поля. Хотели этого, но хотели это чуть-чуть в другом ракурсе.
в принципе, представляли собой как бы такую вещь, как, знаете... Полный контакт хотели. Нет, не полный контакт, как, вот как раз наоборот, полный контакт, как бы, ну да, как объяснить? Ну вот такое ощущение, что человек один находится в комнате. То есть вот, вот сейчас, да, то есть как бы без, вот есть контакт, но на самом деле его нет вообще никакого. А вот тут получилось так, что все-таки контакт получился, как-то не смогли от этого избежать никуда. Мне как раз показалось, что Лерка, вот она как раз свою линию очень четко играла. Лерка, она была отстранена, она работала на камеру, она работала на зал, она как бы немножечко была... над этой ситуацией, вне этой ситуации. Вот ты как раз упивался красотой Леры, и так получилось просто. Такие планы были, так снято было, что получилось, что ты как раз вот ей упиваешься, а она такая отстраненная. Мне понравилось. Как только постельная тема какая-то, как все начинают обсуждать. Мне кажется, вот линия лирики немножко не дотянута по сравнению с линией Мигеля. Как у них можно не дотянуть? Они вдвоем там бьются, как змеи. Да. Ну что ж, давайте приступим к голосованию. Клип номер 4 обсуждения было. Голосуем! Голубь! У Мигеля и Лерики Голубевой такие результаты. 9 человек за и опять трое воздержались. Я, Миша Гребенщиков, радую вас очередным спецвыпуском 12 злобных зрителей. Сегодня у нас 12 злобных фабрикантов, и они попали в очень серьезную ситуацию. Они обсуждают свои выступления. Хуже того, звездные защитники у нас люди, которые и создали эту самую фабрику. Это Лина Арипулина и Александр Анатольевич, с которыми мы сейчас и посмотрим следующий клип. Эти нежные касания, эти мысли расставания. Я хотел скорее проснуться и оттолкнуться прямо в небо. Я не знаю, что мне делать. Мысли дальше до предела. Я хотел скорее на волю, но не с тобою. Арибидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Арибидерчи, малышка, моя милая мышка. Ты же все понимаешь, и за это прости. Арибидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. По-моему, нашему Руслану Масякову стоит выпрямить спинку. Иначе его, у него очень подвижная, оказывается, нижняя часть тела. Да, а верхней ее как будто бы нету. Вот просто вот такие, вот такие длинные-длинные ноги постоянно колышутся из стороны в сторону. А вот тут немножко согнулся как-то. Это немножко портило. Глаза увидишь, ты скажи и не обидишь. Я хотел один остаться и надышаться прямо в небе. Уплывают наши чувства, я-то знаю, будет пусто. Я хотел скорей проснуться и оттолкнуться. Были моменты, когда я понимала, что на репетиции, когда я смотрела, Руслан как репетирует, мне нравилось больше. И на сцене чего-то мне не хватило. Не хватило, наверное, когда поставили всех музыкантов, когда создалась атмосфера с музыкантами, а Руслан был чуть-чуть вне атмосферы, мне показалось. Арибидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Арибидерчи, малышка, моя милая мышка. Ты же все понимаешь, и за это прости. Арибидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Арибидерчи, малышка, моя милая мышка, прости. Я не очень поняла, были слова «прости»,
а в это время Руслан делал движение вот такое. Это вот это как? Мне кажется, что Руслан просто не понимал, о чем поет. Я понимаю, о чем я пою. Ну а как же это так? Это же нужно, ну не знаю, когда входишь в образ, то все получается органично. Ты понимаешь, о чем поешь? Нет, я понимаю, о чем я пою. И такие мелочи просто выдают себя. Вот тебе на. Если люди... Движение может быть обманки. Вот он говорит ей про стеса. Иди сюда, я шучу. Арибидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Арибидерчи, малышка, моя милая мышка. Ты же все понимаешь, и за это прости. Не знаю, вот я видела, как это, пусть это немножко смешно, но я видела, как эту песню исполнял Максим Фадеев, как он это делал на сцене. И не знаю, вот для меня вот этот вот образ, как бы, чего-то не хватало. Арибидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка, ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Арибидерчи, малышка, моя милая мышка, прости. Напомню, что Руслан Масюков присутствует сегодня в этой студии, и он, кстати, первый из мужчин-фабрикантов номер 5 заснял свой личный клип. Вот так вот. Давайте обсудим. Нет никаких замечаний по поводу жестов. Руслан, это практически индивидуальная артиста. Для этого он выходит на сцену, чтобы показать себя. И к этому у меня никаких вопросов не было. Постановки номера тоже вполне. То есть, если Russian Latinos, то обязательно должно быть все. Но если эту песню услышать отдельно и не посмотреть на Руслана, вот действительно, как-то Руслан, мне кажется, немного потерялся там. То есть он стоял на сцене, и в то же время вот как бы я его, он слился у меня. И мне вот в этот момент хотелось отвернуться туда, посмотреть, представить какую-то картину. Мне не понравилось то, что там были вокруг музыканты, они как-то неубедительно играли почему-то. Мне не понравилось, как Руслан танцевал, но мне понравилась песня. Ой, вы знаете, мне вообще-то, я сижу вот как мама, но мне нравятся все выступления, потому что я знаю этих всех людей, провела с ними 3 месяца, я не могу высказывать критики, я не объективный жюри, не очень скажет хорошо, мне вот больше. Очень хорошо, вот наверняка сейчас покритикует. Я сейчас буду отвечать с женской точки зрения. Когда на сцене стояло много-много народу, я даже никого там не заметила. Я видела Руслана, который прекрасно передал то, что он чувствует. Он делал то, что он хотел, как чувствует движение. Это просто, наверное, они не шли к словам всем совершенно. Он просто показывал то, что он чувствует. Это были эмоции, и все. Вообще, вот сегодня с моей стороны звучали оценки клипа, а не наших участников. Я абсолютно абстрагировался, и здесь, когда обсуждают, вот Руслан, вот была такая постановка номера, репетиция, мы обсуждаем, как мы видим это изнутри, мы обсуждаем людей. Пятничного шоу. Да, вот я хотел сказать, что я с своей стороны обсуждал клип, вот я просто абстрагировался от «Фабрики звезд», вот сидит просто человек там, меломан, понимает, нет музыки, просто он смотрит телевизор и видит там картинку. Да. Вот отсюда я и говорил. Да мы с тобой втыкаемся там во что-то. Шумский взял, отреагировался. Наступило время голосования последнего клипа сегодняшней программы. Годен или свободен? Голосуем! Руслан Масюков набрал 5 голосов. Воздержанных 4 за и 3 против. А теперь самое сложное испытание для 12 злобных фабрикантов. Им предстоит выбрать самый лучший и самый худший номер программы. Зеленая подушка годен, красная свободен. Обязательно надо кинуть 2 подушки. Итак, у нас первое выступление. Это Наталья Подольская и «Поздно». Что думают об этом фабриканты? Наталья Подольская заработала 2 зеленых и 1 красную подушку. Далее голосуем за клип «Куки». Ну что, девчата, помаленькая, бум, немного пьяненький, пусть она сглазеет, мужики. Ну что, девчата, помаленькая, бум, немного пьяненький. У «Помаленькой» в исполнении «Куки» 4 красных и 1 зеленая подушка. Далее трио «Нецки». Я Джокер кинул на стол, я рада, что ты ушел, решила это сама.
по-донецки 4 зеленых и 1 красная подушка. Далее у нас дуэт «Мигель и Лерика». Пять зеленых и 1 красная подушка у дуэта Лерики и Мигеля. И последний клип сегодняшней программы – это Руслан Масюков «Аривидерчи, малышка». Аривидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Руслан Масюков набрал 5 красных подушек, и тем самым его номер стал самым худшим номером сегодняшней программы. Это выбрали 12 злобных фабрикантов, которые сейчас ему споют реквием. Руслан, держись. Эти нежные касания, эти мысли раздавать. Большее количество зеленых подушек набрало выступление Лерики и Мигеля. Они сегодня лучшие. Воздвигнем им памятник. Спустились звездные защитники. Это Лина Арифуллина и Александр Анатольевич, которые сейчас выберут самого злобного зрителя сегодняшней программы. Так кто же? Но мы так долго спорили. Оказывается, нужно было вместе как-то подойти к какому-то решению по этому поводу. И мы очень долго спорили. И в итоге пришли вот к чему. Что самым злобным зрителем среди этих злобных зрителей оказалась Лена Кауфман. Мне сложно назвать ее очень злобной, потому что злобных сегодня вообще, по-моему, не было. Достаточно злобных не было. Я видел зрителей куда более злобных, чем вы. Вы вообще не злобные по общей шкале программы. Но самая вразумительная, самая такая вдумчивая, аналитическая, драматайзинговая, как мы модный решили. Модная. Да, ну это так, вернул. Мы все-таки решили, что Лен, да? Ну что ж, вот на таких торжественных нотах передача подошла к концу. Миша Гребенщиков, ведущий сегодняшней программы, в которой были 12 злобных фабрикантов, Лина Арифуллина, директор «Фабрики звезд», и Александр Анатольевич, ведущий «Фабрики звезд 5». До новых встреч, на следующей неделе увидимся, приходите к нам на кастинг. Короче, пока!